12 тысяч историй зарегистрировано в Республике Беларусь по части 328. Треть всех заключенных на Жодзина сидят по 328. Без основания вообще. Оригинал. Идет человек по улице, нашли у него там немножко травки. Или где взял? Вот он может в этот момент может на любого показать. И этот другой, на кого он покажет, будет уже под ударом. Тоже так же может пойти по третьей части и от 9 и больше лет. Ты мне не друг, ты мне не враг, ни собака, ни кролик, ни волк, ни жираф. Ты для меня ни сон и ни явь, ты ни день, ни ночь, ты ни солнце, ни дождь. 12 числа? Осужден муж на 9 лет. 13 числа в Канаде легализуют марихуану полностью, не медицинскую, полностью. И один человек может купить марихуану в магазине 30 грамм. 30 грамм. У нас особо крупный размер. А это у нас уже особо крупный размер. Миров покорите, не с нами, снова не с нами. Птицы красивые, те, что палили, но лира вечного мира песнями тайнами нас разбудила. Мы практикуем гагенни тентацию на музыку. Наш покровитель Будда снега. За себя скажу, наверное. Я в этом ничего такого предусудительного не вижу. Что человек просто курит там что-то плохого. У нас полстраны даже больше бухает, как бы, почему не показывают пальцем на алкашей, что о, это алкоголик, почему это не запрещают. И с Климом это может быть даже не самый несправедливый случай, потому что я наслышался о таких вообще ужасных историй, когда... Ну... Муж с женой курили в машине, отмечали годовщину, и его судили на 8 лет, ее на 3, за то, что он передал ей просто косяк. Ну да, и таких историй куча. Очень много. В зеленой футболке играл я в футбол, но в черной от грязи домой я пришел. Быстро, быстро, чисто, чисто. Что это такое? Не чисто никогда. Как называется это? Где мы вещи стираем? Стиральной машине. Молодец. После какого-то суда, Клементи, уже когда последнее слово было, к нему пришел следователь его и говорит, ну, который вел дело, и говорит, подумай о судьбе ребенка, и чтобы ей не было в будущем плохо, откажись от родительских прав. Почему он это сказал? Ну, это было записано, ну, в протоколе, наверное, не внесено, я думаю, да? Но это было сказано на суде. Зачем он это сделал, я не знаю. И сам говорит, Клим говорит, я даже не понимаю, почему так человек может говорить. Так получается, что у нас скоро, не знаю, вырастет, наверное, через 10 лет выйдет поколение людей, которые сели там 18, 19, 20. Они выйдут уже 30-летними людьми, без образования, без какого-то старта, ну, с непонятными перспективами, и вот как потом будет государство бороться с этим целым поколением людей, вот это же будет их проблема через 10 лет.